Не были мы ни в какой Гаити. Нас и здесь неплохо кормят. Кот по кличке Василий напоминает героя мультфильма «Возвращение блудного попугая». Также ленив и упитан. Ему всего лишь 11 месяцев, а он весит порядка 7 килограммов. Его хозяйка Ольга Федоровна раньше была уверена, что обильное питание – это залог здоровья ее любимца. Однако, когда котенка стало трудно даже поднять на руки, забила тревогу и обратилась к ветеринарам. Корм кушаете с удовольствием? С удовольствием. Сколько раз в день вы его кормите? Знаете, мы кормим его неограниченно. Как выяснилось, именно частое и беспорядочное питание стало причиной ожирения пушистого Василия. В то время, когда его сверстники резвились и озорничали, кот медленно перекатывался с лапы на лапу, у молодого котенка появилась одышка. А ведь лишний вес у котов, вопреки представлениям Ольги Федоровны, не улучшает, а наоборот вредит здоровью. Могут начаться проблемы с сердцем, проблемы с поджелудочной железой, также будет жировая дистрофия печени. Поэтому во избежание проблем врачи-ветеринары рекомендуют владельцам придерживаться правильного режима питания. Строгую диету на воде и специальном корме прописали и пушистому Василию. Имейте в виду, что перекармливать нельзя. Суточная норма сзади на табличке указана, ее полностью соблюдать. Такие корма врачи рекомендуют животным не только страдающим ожирением, но и имеющим другие проблемы со здоровьем. Тип корма и диету подбирает врач в зависимости от болезни и возраста хвостатого домочадца. При патологии почек ренал используется. Для кастрированных животных, для поддержания веса, вот для того, чтобы они не поправлялись, и профилактика мочекаменной болезни. Диетотерапию врач может назначить и кошкам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, различными нарушениями обмена веществ, а также пушистым особам солидного возраста. Важно также обеспечить своему питомцу круглосуточный доступ к чистой питьевой воде. На табличке идет суточный рацион плюс вода. Дополнительно никакого сыра, колбаски там животным не нужно. И животное это не человек, ему разнообразие не нужно. У него вот есть своя диета, есть свой тип кормления и достаточно. После двух недель такого строгого поста Василий постепенно превращается в прежнего игривого Ваську. А Ольга Федоровна уже не поддается кошачьим уловкам, когда тот выпрашивает лакомство молящим взглядом. Понимает, что настоящая любовь исчисляется заботой о здоровье любимого питомца, а не обилием предложенной ему еды. Евгения Малышко, Дмитрий Абрахин, ОТВ.